Поехали! Бери. Машина присела, это мы малость подгрузились. На следующем повороте поверните налево. Работа подходит к концу. Нашим домом вот такой старинный, страшный подвал, таким, которым пугали детей. Такой страшный засов. Мы по традиции первый день заехали в магазин закупить продуктов немножко, так, дня на 3-4. Мешали. Сегодня первый день, мы его уже хорошо отметили. Трудовой покатушкой. И будем надеяться, что все наши дни оставшиеся будут не хуже, а только лучше. Давай, быстро. После первой не закусывай. А затем съедьте, используя второй съезд. Впечатляешься, да, Миша? Красиво. Наша дорога, которой мы поднимаемся, то, что справа. Взяли перевал высотой 3. Я смотрю, Мишаня, ты неплохо устроился здесь. Остаемся здесь. Мишаня! Смотри, какое место красивое. Еще 488 метров. Мы не добрали 80 метров. 72 метра, Мишаня. Ну, да. Водитель, пассажира берете? Садись. Почем у вас километр?
10 фотографий, 1 километр. Будет сделано. Наш замок на горизонте, оттуда мы начинали маршрут. Там же мы его и закончим. Осуществляя подготовку к маршруту, мне бы очень интересно было посмотреть вживую, что такое фонтана Ниагара, которая вот на этой карте. Вот он. Я тут думал Ниагара. Красивое место, ух ты, супер. Куда? Туда. Все, проезжаем. Так, мы подбираемся к перевалу. Высота 2500 метров. Температура 9 градусов. Как раз время подкрепиться. Ух ты! Вкусно? Нет. Невкусно. Выплывают из тумана. Бежи. Вовремя мы закончили вещами сегодня. Если это могло вылиться на нас. Мишаня готовит праздничный ужин. Я даже не знаю, что сказать. Нам сегодня повезло или не повезло с погодой. С одной стороны, не жарко, хороший воздух. С другой, теряем виды. Тумане. Мяу. Всем потяги. Тебя колбасой пас.
Ну-ка, Мишаня, что тут нашел? Ой. Ну как? Хорошо. Сладенькие. Ну, какие были самые крупные? Как яблочки. Кто сказал, что они невкусные? Просто супер. Ну, Мишаня, проверь, какой гриб. Хороший? Я не уверен. А, не уверен? Вроде хороший, но не уверен. Пропал у нас ужин сегодня, Мишаня. Да. Опять магазинные шампиньоны. Ну что, Мишаня, перекус? Шашлычок будем делать. Овечку, давай, разжигай угли, я пошел ловить пока. Ну, Мишаня, как было? Дождь. Думаю. О, молодец. Едем на озеро. Да, да. Куда это мы попали с тобой? Ёжик в тумане. Мысли мешают. Давай, опускай, открывай. Мы с нашим проводником нашли убежище, чтобы перекусить. Видит Бог, мы согреваемся, правда? Да, холодно. Будь здоров. Тепло, светло, а дождь на улице.
Ай-яй-яй, Мишаня. Засмотрелся просто. Немножко водички. Вот мы наконец добрались до снега. Он немножко выше нас. Самую малость, я думаю, мы сегодня его застанем. Сделали это. Вот она, цель нашего путешествия. Высокогорное озеро на высоте 2270 метров. Красота, водопады, цветные горы. Просто супер. Как вы? Водички? Хорошо! На что? Сними на свой и на мой. Улыбайся, Мишаня. Улыбаюсь. Время поджимает. 2 часа на каменистый спуск. Надеюсь, уложимся.
небольшой подъемчик, так градусов под 40. Мишаня справляется. Хочу сказать, Мишаня, что ты вот так тяжело трудился ради вот этого. Вау! Какие грибочки мы сегодня с Мишаней вечером пожарим. Вот пришел живодер. Ну что, не проезжать же мимо, а? Меня режу и плачу. Научился, а? Вырастут новые. Ну, в следующем. Что ты там, Мишаня, изучаешь? Будем во Францию, Швейцарию. Выбирай любую страну. Да, есть куда прокатиться. Так, мы с Мишаней покорили сегодня высоту 2872 метра. Очень тяжелый пешеходный маршрут, но мы это сделали. Ура, товарищи! Мы даже можем выбить по 100 грамм без зазрения совести.
Holiday, holiday. 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 Будем ехать, mm-hmm. да? Сейчас еще коньячку с... По 15 капель. Да, Мишаня. Живут же люди. Не этот домик мы видели за 10 тысяч евро в Караглио, а? Да, место какое. Тут может быть гостиница. У меня, Мишаня, такое подозрение, что ты пересекаешь границу с Францией. Вот мимо вот этого столбика. Переехали, французы теперь. Но они не по нашему маршруту едут. Это граница Италия-Франция. Мишаня, ты когда-нибудь находился одновременно в двух государствах? Да. В Италии и во Франции? Левая нога во Франции, правая в Италии. В Италии переходим границу, переходим, 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 переходим. И мы во Франции. Контрабандисты, блин. И начался спуск. Thank you.
600 метров всего вниз, не так страшно. Смотри, Мишаня, какое озеро. Заброшенный город, ни одной живой души, здание пустое. Привет. Очередной раз нашли немножко грибочков, но Мишаня решил уже не рисковать в этот раз. Это так аппетитно шкварчит приготовленный Мишаней ужин в честь еврейского Нового года, Рош ха-Шана, кой сейчас мы и будем отмечать. Наливай, Мишаня. Давай, Мишаня. Опа. С Новым годом. С Новым годом. Шана Това. Шана Това. Немножко дровишек припасли. Такая скорость потока. Что ты такое нашел? Не знаю. Боб, горох. Ну давай проверим.
12-й день подряд. Не разрешает слезать с седла. Легкой жизни тебе никто здесь не обещал. Уже твои мучения заканчиваются. Скоро заканчивается. Завтра домой. Можно сказать чау. Ты уже выучил несколько чау. Итальянских слов за это время. Думаю, Мишаня сегодня не грех и повторю. Ты прав. Опа. Чтоб не в последний раз. Я имею в виду в поездке. Я понял, поэтому и усмехаюсь. Завершающие метры нашего велотурне. Все, Мишаня. Финита ля комедия. Это точно. Все, вперед. Складываем велы и домой. Все, Мишаня, дома?